jump on a wave. When you hit a piece of bait, you wanna jump on this. Can't take that, no, but you're safe. I'm jumping face. Всем привет, друзья, с вами Караваш 74, и сегодня у нас очередная модификация для игры Спинтайрос. Проснулся, вот, думаю, дай-ка зайду, посмотрю, что у нас там за какашки добавились в мастерской, в стиме. Итак, сегодня у нас ПТСМ. Что, собственно, это за техника, она сейчас на ваших экранах? Я, конечно, не очень-то понимаю, что это за техника. Она, наверное, в реальности есть, естественно. Никому в башку бы не пришло ее изначально как бы сделать, ну, так скажем, с нуля, да. То есть и придумать ее самому. Скорее всего, это действительно существует такая техника. Свет работает, кстати. Текстура, естественно, отвратительная. То есть ничего нового в этом нету. Здесь вообще какая-то желтизна, как будто, знаешь, бывает, когда болото на карте есть, деревья желтеют. Вот точно такой же и здесь цвет. Желтый, отвратительный цвет, конечно. Решил сегодня моды снять, посмотреть, что все-таки, что за канале вообще творится там. А там уже порядка тысячи всякого говна. Вот, я сегодня зашел, там что-то... 980, что ли, во все моды, короче, 980, по-моему. Ну, скоро побьют рекорд для другой какой-то игры. Не делают столько модов, но не для Спинтайроса. Итак, поехали. Короче, эта хрень, по большому счету, она должна перевозить что-то. Она, естественно, у нас на гусеницах. Гусеницы непонятной текстуры, естественно. Это, знаете, это ДТ-75, по-моему, был у меня обзор. И вот там точно такие же, с точно такой же текстурой гусеницы были. Но сейчас они с гусеничкой, естественно, оптимизировали. Вот, и теперь она не лагает хотя бы. То есть 60 кадров в секунду она выдает, и никаких проблем-то, собственно, и нету. Поехали. Что мы имеем? Точки зацепа есть. То есть есть где-то... А, ну да, машину, наверное, закреплять здесь, в этой точке. Есть спереди две, сзади одна. И одна у нас, естественно, сверху, чтобы тачку закреплять. Далее у нас заводим. Что у нас далее-то? Подожди. Да нет, громкость вроде нормальная. Завелась пирпетка. Автор, сразу скажу, автор указал, что для работоспособности этого мода нужен Спинтайрос Плюс. Я не знаю, зачем он ему нужен. Но автор, то ли мода, то ли конверта, я не знаю. Там просто черт ногу сломит. То есть кто чего там сделал, уже вообще ничего не понять. Вот, и автор указал, что нужен обязательно Спинтайрос Плюс. Скачать вы его сможете тоже, ссылка будет в описании. Вот, утилит достаточно нужно, это при заглушенном двигателе, например, машина может лебедкой работать. Ну и прочие всякие девайсы, которые, естественно, тоже нужны. Вот, а то, что у нас касаемо всего остального, аддоны, тент, а что дает? Ничего не дает. Тент не дает ничего. Тент 2 дает у нас. Тент 2 у нас дает емкость цистерны 200 литров и 3 очка гаража. 3 очка. Чтобы открыть гараж, надо 4. Да тогда бы уж сделал 4, чтобы два раза не ездить. Ну и, собственно, маячки, которые прикручиваются сверху на крышу. Ну, мы их, естественно, сразу поставим. Тент мы тоже воткнем, но мы будем... А вообще-то тент, зачем он нужен? Тент сам по себе посмотрели, и ладно. Я не буду, наверное, тент ставить, чтобы нам все виднее это было. Вот, мы уберем это, поставим... Нет, вообще ничего ставить не будем. И, по большому счету, давай все-таки проведем испытание. Борт. Thank you.
Окей. Насколько я помню, в этой игре нельзя до конца опускать. И этот баг я давным-давно уже обнаружил. То есть нельзя впритык к земле опускать, потому что иначе, ну, начинает все лагать. Не то что лагать, а начинает ущерб подцеплять очень жесткий. Итак, создаем любую тачку. Да давай вот Урала что ли сделаем. Да иди сюда поближе. Урал. Алло. Алло. Да что ж ты, мать твою, а? Ладно, врат ему ноги, пускай он там стоит. Так, поехали. Продолжить. Заливай меня. Заливайте меня. В догрузку сразу давай дрова загрузим. Загружаемся дровами. Стоп. Окей. Загрузились. Вес уже приличный. И сейчас мы будем заезжать. Сейчас. Сейчас. Да? Уже что ли? Я хотя вообще не задевал его. Ты свидетель. Ты свидетель. Будешь свидетелем. Никогда не будь свидетелем. Заезжаем. Без проблем. Как в гараж, короче, заезжаешь. Замечательно. Приехал. Так, подожди. А что? А, ну нам надо заглушить, пересесть. ПТСМ. Как БДСМ. Первую букву поменяю вообще. Почти БДСМ будет. Так. Точечку зацепляем за Урал. Лебедка нужна. Колеса, газ. Газ не нужен, нужна лебедка. Подтягиваем Урал до того. Заправляем. Мне там Никитка кричит, так что сорян. Так, заводим быстренько. Заводим и закрываем борт. Нет, надо сложить сначала. А нет, зачем складывать не будем, подожди. Прям так закроем, да и все, делов-то. Закрываем. А, все, отлично. Замечательно. У него есть еще на носу, короче, вот эта вот дрянь. Она тоже выдвигается, вот, покажу сейчас. Вот такая вот херобора, короче. Я не знаю, зачем она нужна. Но она нужна, наверное, ветке. Чтобы ветки она укладывала под это транспортное средство. Вот. Больше, в принципе, предназначения-то у нее никаких и нету. Так что мы ее использовать не будем. У нас никаких веток нету в бассейне. У нас только рыба. То есть нужна просто сзади сеть. Забрасываем, ну, сеть сзади кидаем. И все. Как этот, как вот. Как они называются-то, блин? Забыл, как называются. Большие сети, когда их тащат. И, ну, таким макаром рыбачат, короче. Итак, погнали. Так. Очень странно работает эта хрень. Автор там указал, чтобы ровно эта вся приблуда ехала. Надо блокировать дифференциал, но я этого делать, естественно, не буду. Я и так умею на таких машинах ездить без дифференциала, все нормально. Едем! Бассейн, мать его! Я вообще, знаете, если честно, я немного в шоке. Но в принципе эта хрень работает. Она очень проходимая, она очень мощная. Я включу диф. На повышенное, прикинь. Ух, Урал, стой там. На повышенной, мать ее. Это проблема. Это проблема, что он херачится, короче, в эти. Что происходит, я не понял? Да нет, так вот. Это действительно проблема, то, что мордой теперь воткнулся.
Я попробую, конечно, его вытащить, но не факт, что получится. Он там еще также указал, что это типа прямо вот чуть ли не ноу-хау, и то, что если это все говно доработать, вот это, то это будет все замечательно. Но кому это надо, я не понимаю. А мы тем временем встали. Я ни туда, ни сюда. Я назад хочу поехать. Поехали назад. А чё, назад-то вообще не ездит, что ли? Ой, я тебя умоляю, а. В рукопашную, короче, надо все делать. Стоп. Да, блядь. Ну, ты как, я даже на мост должен попасть? Вот, вот тебе нестандартная ситуация, и все, тачка встала просто. Я стараюсь. Видит Бог, я стараюсь. Я старался. Ему не выехать. Все, он встал. А, гусеницы слетели. Гусеничка слетела, ребят. Да. А, ну она и спереди слетела, по большому счету. Беда. Беда. Беда, блядь. Чёртова тачка, а. Заново все делаем. Мы поедем по прямой пробовать. Ну вот я говорю, ну вот и какого хрена. То есть как, блядь, как можно ездить на такой хероборе, которая, собственно, на кой хрен она нужна? Два очка ты и так без проблем везде провезешь. Два очка и так провозится нормально. На кой черт выдумывать такую тачку? Зачем она здесь? Давай заглушим на всякий случай. Может быть, так лучше. Создать. Давай КамАЗа вот раз возьмем. Без проблем. Так, переключаемся на КамАЗ. Кстати, удалить его сразу. Этот Урал с дровами. Продолжить. Пополняйся. Так. Слушай, погоди. Сейчас глобальный проведем. Испытание глобальное. Стоп. Так. Убираем. Платформа лесовоза. Прицеп распуск. По длине, в принципе, он должен войти. Ну да. Давай, поехали. Почему нет? Хотя бы, может, 4 очка увезем. Так. Средний, 4 очка загрузки. Поехали. И дрить тебя колотить, суку. Выворачиваемся и загоняем его. Не видю. Так. Я думаю, что ничего не получится, но все-таки мы попробуем. Ну, мало ли. Я думаю, что он просто сломается, либо перевернется, либо еще что-то. То есть, ну, не факт, что у него все получится. Все получится. Гусеница на месте. Как-то вообще все плохо. Пересесть. В. Пополнить. А толку нету. Слетела гусеничка. Понту нет. Никуда не поедем. А, так поедем прям. Да, давай так поедем. Раз едет, значит едет. Нормально, что. Она и так может ехать. Все с катков слетело, короче. Зато нормально все работает. Да... Ух, блядь. Пополнить. Какой смысл этой дряни, если она так дамажит?
Ну вот он не зря там дописал, что можно. Можно то, можно это, короче. Можно то, можно все, блядь. Так. Пересесть. ПТСМ. Пополнить. Нормалды вообще получилось. Ве. Борт. Во! Все, теперь вообще огонь. Ух, бляха. Вот это сейчас прокатимся. Вот это я понимаю. Во хрень. Разбегайтесь. Я еду. Погнали. Да, нормально. Гусянка слетела немного, но ничего страшного. Ничего страшного, мы везем машину. Вперед, вперед везем. Она мощная. Ну, может быть, знаете, может быть, он и прав. Если ее доработать, по сути, если доработать эту херобору, то получится, в принципе, нормально. У нее веса, походу, дохерища. Потому что она, смотри, она не пробуксовывает, она ничего не делает, она отлично едет. Скольжения, походу, вообще нет. Она не переворачивается, хотя вес, смотри на задницу какой. Огромный вес, гляди. Давай я зафотаю сразу. А то потом может и не получиться какая-нибудь классная фотка. Замечательно. Поехали дальше. Попробуем сейчас в гору заехать. Мне кажется, все равно должно перевернуться. Потому что как-то странно он себя ведет, он не переворачивается. Вот это удивительно. Меня это просто, знаете, действительно пугает. Почему он не переворачивается? Он, по идее, должен на дыбы встать. Но этого не происходит. Но я думаю, что сейчас произойдет. Здесь горка-то крутая. Да ладно! Да пошел ты к черту! К черту! К черту! Гусеницы слетели с левой стороны из-за этого проблемы. По большому счету, знаете, ну как сказать, поразвлекаться по карте, погонять, кого-то повозить из своих друзей, да, это весело. А так, знаете, мне кажется, это бесполезно, это бесполезная штука. Она дамажит очень сильно, вот в чем дело. То есть ты приедешь куда-то ее, да, забирать, начинаешь на нее заезжать, и каждый раз она будет дамажить тебя. То есть дамаг будет происходить просто колоссальный. Вот можно, знаете, даже вот я все равно вам сейчас продемонстрирую это. То есть смотри, вот мы ТП-хнулись, например, да? Вот вы появляетесь в самом начале в гараже. Подгоняем. Допустим, мы приехали за грузовиком. Допустим. Еще раз повторяю. Три. Опускаем. Все опускаем. Отлично. Вот. Берем грузовик. Простой, пустой грузовик. Да вот, хотя бы 131. Добавить. Пересаживаемся. Окей. 131 надо, допустим, забрать с гаражными частями. К примеру. Мы берем и заезжаем, мать его. И это действие, оно будет происходить постоянно. То есть в самом начале он дамаг наносит чудовищный. То есть машина ломается полностью, все ломается. Хотя нет, смотри. Продамажил он только себя. Но опять же, не факт, что у него не слетят гусеницы. То есть, понимаете, оговорок очень много. Нет, все-таки дамаг получили.
оговорок, понимаете, очень много. То есть, если вдруг повезет, и тебя сразу не, ну, машину не продамажит хорошо, то тогда, да, базара нет, заезжает нормально, все, заехал, запарковался, и все, и поехали. Но, понимаете, сколько бы раз вот эту процедуру не делать, она будет одна и та же. Смотри, пересесть. Ой. Так, так. ТП-хнули. Поехали. Едем, подъезжаем. Давай даже по-другому поставим ее. Просто ради интереса поставим по-другому. Ставим немножко по-другому. Окей. Опускаем. Пересесть не достает. Пересаживаемся через карту, что в принципе это логично. Хоть так пересядешь, хоть так, без разницы. Так уже пробовали, все равно дамажит. И пытаемся заехать. Подъезжаем потихоньку. Включаем дифференциал, полный привод, все включаем, чтобы нам залететь туда. И все. И машина сама по себе получает дамаг. То есть, если она, короче, не убивает твою тачку, она убивает саму себя. Пересесть. ПТСМ. Ну, сейчас отремонтировали, потому что в гараже находимся. А так бы она задамажила себя. Урон 700 всего. То есть, она дамажит себя полностью. То есть, это, по сути, тебе надо, короче, в эту тачку обратно перепрыгивать, ремонтировать. Ну, ту, на которой ты поедешь. Короче, геморроя много, много геморроя. С вами был Карабаш74 со своим таким кратеньким, не кратеньким, точнее, обзором на ПТСМ. Подписывайтесь на канал, и все ссылки есть всегда в описании. Приходите всегда на стримы, потому что стримы проходят ежедневно. Вот, бывает и не по одному, так что всех вас там жду. Ставьте лайки, комментируйте. И на этот мод ссылка в описании. И на Spintires Plus тоже в описании. Всем удачи, ребят, всем пока.